Приветствую всех. У нас новое видео. Хочу сравнить акустическую систему трехполосную Technics SB6. Это с фазоинвертором трехполосная. А также диатоны 66EX закрытого типа без фазоинвертора. Я вам включу и просто послушаю. Просто технические характеристики я уже ранее в видео озвучивал по этим акустикам. Сейчас хочу сделать просто детальное сравнение. Вы послушаете и для себя выберете, какой звук для вас важен, лучше воспринимается ушами. Закрытый ящик или с фазоинвертором. Диатон. 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 Ребят, ну как вам? Разница есть, да? Колоссальная. Кому-то понравились, может быть, диатоны, кому-то понравились техниксы. У каждого уши свои. Каждый воспринимает звук по-своему. Поэтому вот такое короткое видео сделал, чтобы примерно вы ориентировались по звуку. Также хотел сказать, что на полочнике я цену скинул, на лоды скинул, на техниксы SB F77 цену скинул до вообще до минимальной, почти по себестоимости. И на Великобритания, которая у нас GPV 202, цену скинул вообще еще меньше. Вот, забирайте, пока есть еще из чего выбирать. Вчера у нас еще уехали Coral X3 акустика. Ну, не вчера уехала, сегодня я ее отправил. DX3/2 уехали тоже у нас вчера. Да. Вот, потихонечку уходит. Остается все меньше и меньше. Я думаю, такими темпами я и доберусь до обзор сделаю на электронику и на амфитон. Вот, как раз, может быть, разберусь чуть-чуть и до нее долезу. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся и пишите комментарии, мне больше комментарии интересны, какая больше акустика понравилась, диатоны DS66EX или Technics SB6. Уши у всех разные, каждый воспринял по-своему.
Ставим лайки, подписываемся. До новых встреч. Пока-пока.